Азербайджан и Армения работают над открытием в регионе транспортных и энергетических коридоров. Как передает канал 13, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал накануне на 10-м заседании Совета турецко-румынского стратегического сотрудничества. По его словам, Анкара поддерживает шаги Еревана и Баку в данном направлении. Министр сказал, что с освобождением Азербайджаном своих земель от оккупации на Кавказе возникла возможность для стабильности, мира и благосостояния. Напомним, что о разблокировании региональных коммуникаций говорится в совместном заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана, подписанном 11 января 2021 года по итогам переговоров в Москве. С целью переговоров создана трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.